Друзья, всем привет! Вот я думаю, сколько нужно времени, чтобы вот так медленно обойти все мои суккуленты. И то я не все захватывала. Ой, боже мой, я как представлю, что мне эту всю страсть надо будет заносить на полки. А полок-то у меня не хватает. Вернее, полок, как бы, может быть, и хватает, но боюсь, что и не хватит. Потому что за этот год, вот за это лето у меня прибавилось где-то плюс 100 горшков. Вот вы можете себе представить, плюс 100 горшков – это целый стеллаж. Какие-то растения приезжали, я оставляла себе. Ну, не знаю, может быть, штук 10 оставила из всех привозов. Потому что из прошлых привозов у меня уже давным-давно растут. Вот, а какие-то растения у меня мамки либо погибли, либо я мамок продала, и они росли в детках. И вот сейчас все эти детки приобрели каждый свой горшочек. Вот, можно посмотреть на маленькие и понять, какие вновь посаженные. Поэтому очень много прибавилось растений, очень много горшков. Какие-то были садиками посажены. И вот теперь они обрели свое определенное место. И что будет дальше, я даже не знаю. Вот никаких у меня уже ни поддонов нет, ни места нет даже здесь. Даже в теплице. Теплица забита полностью. Ну, вот два стеллажа эти, курочки клюнуть негде. Вот забито все суккулентами. Мама моя родная. Ну, красота, друзья. Конечно, это огромный релакс, когда смотришь на них, когда вот любуешься ими. Это огромный релакс. Но как представлю, что этот релакс скоро поедет на полки. И вот боюсь, что всей этой страсти может не хватить просто места. Ладно, это я отвлеклась. Это, как всегда, начинаю за здравие, кончаю за упокой. В общем, друзья, сегодня я зашла в теплицу и просто так посмотрела, думаю, голубой. Так, а сколько же у меня голубых суккулентов? Я, кстати, снимала видео, по-моему, у меня есть, они назывались топ черных суккулентов, топ красных, топ, не знаю, белых, по-моему, были. Топ, по-моему, каких-то самых страшных, топ-10 моих самых страшных суккулентов, как-то так называлось видео. Эти видео были, ну, где-то года 3 назад, кому интересно, можете вниз полистать, либо вбить просто в поиск Гугла, ой, Гугла, господи, Ютуба, топ моих самых там таких-то суккулентов и подписать Ирина Питерская. И вам выскочит это видео, вы посмотрите. Я даже, кстати, уже и не помню, кого я там вам показывала. Сейчас растений прибавилось, и, возможно, топы эти тоже будут другими. Можно брать и снимать это все заново, и будет абсолютно разные видео по одной тематике, но с разными растениями. Но вот голубых у меня не было, видео по голубым растениям у меня не было. И вот сегодня я посмотрела на них на всех и думаю, дай-ка я посчитаю, сколько у меня голубых суккулентов. Друзья, вот вы знаете, я смотрела на них, смотрела, и вот так, чтобы выделить какой-то определенный суккулент и сказать, что да, он голубой. Я не могу так сказать, потому что все голубые суккуленты, они все равно имеют какой-то другой параллельный оттенок. Хотя многие из них названы Blue, вот допустим, так, сейчас, где же она? Вот Blue sky, да, Blue sky, вот она. центре кадра Blue Sky. Но, как мы видим, она больше даже Pink Sky, она розовая. Так, что-то тут еще было под названием Blue. Blue. Вот, нет, это White Lotus. Так, где же какие-то были еще ведь с названием Blue, друзья? А, вот, нашла. Blue Light. Ну, как мы видим, она тоже никакая, нифига не Blue. То есть преобладает какой-то оттенок. Что интересное, вот все вот эти селекционеры, они не российские. Все, кто давал название этим растениям, они не российские. Они либо Америка и Индонезия занимается селекцией. И, хотел сказать, Африка. Но Африка, не знаю, может быть, и Африка занимается. Голландия занимается селекцией. Корея, естественно, занимается селекцией. Но принято называть виды на английском языке. И в английском языке, в отличие от русского, нет слова «голубой». Есть «blue», он означает «синий». И также в немецком языке есть «blue», это «blue» голубой, а «синий», «синий», как же «синий»-то? Я забыла, как «синий» в немецком. В общем, друзья, думала, по-моему, в немецком тоже нет разделения «голубой» и «синий». Там тоже, если... В английском blue, но это я называю blue, а так, по-моему, с произношением blue, но я привыкла blue. А в немецком это blau, то есть синий, голубой, те же яйца, только в профиль. Если взять русский язык, друзья, здесь просто полет фантазий. И васильковый, и лазоревый, и цвет неба. Вот в иностранных языках нет такого понятия «цвет неба». Цвет морской волны. Что там еще? От синеватенького и от голубоватенького, от синеватого. Наверное, у американцев вообще будет взрыв мозга, потому что для них это вот это непонятные словосочетания и непонятные выражения. У них все четко. Blue, у нас же могучий русский язык, и у нас просто действительно... Нет, это не словоблудие. Я считаю, что это просто огромный-огромный плюс нашего русского языка в том, что он действительно многогранный. То есть одно и то же, допустим, какой-то один и тот же предмет можно писать разными словами, с определением разных оттенков, и все равно общее понятие у всех, у слушателей будет одинаковое. Вот это просто уникальный наш язык, самый лучший язык. Не в обиду всем другим людям, которые меня слушают. Это сугубо мое мнение, ни с кем его не собираюсь оспаривать. И вот сегодня я смотрела и думала, где же тут синеватенькие, голубоватенькие. Кого можно вот из моей коллекции, кого можно просто взять вот так вот за уши вытащить и сказать, да, это действительно блу. Друзья, вот таких растений вообще нет, вот от слова совсем. Есть приближенные к голубому оттенку, но все равно при разных условиях содержания, это же суккуленты, мы с вами знаем, все равно уходящие они в другие тона. Ну, постараюсь сегодня, знаете, выбрать, ну, штук 10, если выберу, то хорошо. Не выберу, значит, не очень хорошо, но это ни на что не повлияет. Просто нет чисто небесного цвета, небесного оттенка суккулентов. Да, они могут быть такого определенного оттенка до определенной поры. Потом со временем старения розетки, либо изменения условий, все равно появляются какие-то вкрапления, какие-то потертости на кончиках листьев. Если, допустим, вот стереть налет, вот это вот растение, кстати, вот оно, наверное, сейчас единственное, которое можно отнести к словам blue. Вот она голубая, хотя название у нее... Так, ну, куда же мне ее поставить? Надо сейчас какое-то найти местечко, друзья, чтобы вынимать и ставить, и чтобы рассказывать про них, потому что, ну, в принципе, можно и тут, но там как бы против света я снимаю, там солнце, и не то получается, оттенок не очень виден. Ну вот, нашла, сняла одну палетку. Вот, смотрите, это эхиверия White Lotus. Название у нее White. Но на самом деле она не white. Это гибрид лау. Гибриды лау все похожи оттенками между собой. У меня таких растений несколько в коллекции. Немного, скажу сразу. Но вот, конечно, они отличаются друг от друга. Хотя вот сейчас два вам покажу. практически одинаковые. Вот пересадила в другой грунт, посмотрю, как они будут развиваться. Вот что можно сказать про это растение. Одно из самых голубых пока на сегодняшний момент в моей коллекции, потому что оно сейчас активно растет, стресса у него нет, оно только пересажено, вернее, оно было посажено из небольшой детки, которые приходили. Я его пересадила, оно очень быстро пошло в рост, и сейчас полет у него с ростом нормальный, и никаких здесь других оттенков практически не преобладает. Хотя, ну, если придираться уже, можно смотреть, да, вот иголочки на кончиках листиков, они уже розоватые. Так, следующее растение, вот эхиверия канты. Канты тоже голубого оттенка, прям можно сказать, если она будет находиться долго под лампами, она прям становится небесно-голубого оттенка, но окантовка у нее, особенно под лампами, вот эта окантовка, которая сейчас рыжая, розовая, не рыжая, розоватая, она становится прям ярко-ярко-красной. Ну, что не влияет на ее внешний вид, она в любом виде канты есть канты, в любом виде оно красивое, но... Именно о чисто голубом цвете, без всяких примесей, речи даже быть не может. Так, ну если смотреть общим взглядом, вот можно голубым отнести вот это растение. Хотя оно варигатное, и здесь как бы смесь белого и голубого, но все равно общее впечатление у этого растения голубое. Просто немного другого оттенка, светлее что ли. Это эхиверия лилацина варигатная. Вот видите. Ну, это растение цвета не меняет. Вот в каком она есть виде, в таком и есть. Ну, под лампами немножко розовеет. А так, в принципе, всегда остается такой же. Вот рядом с ней, сейчас я поставлю ее, рядом с ней вот эти вот эксперименты. Лист отломила. Отломила лист. Ну-ну-ну. У бродавочной отломила лист. Ну ладно, пусть он поболтается, но не совсем отломан. Эхиверия мексикан гиант. Мексикан гиант вообще, конечно, он бывает более насыщенного голубого цвета. Мой долгое время не пересаживался. Лет, наверное, 6 он не пересаживался приблизительно. И поэтому у него очень ярко выражены сейчас вот эти вот иголки красные, кончики листиков обтертые. Вот сейчас я его трогать не буду, и за зиму, я думаю, он, листья у него удлинятся, и я думаю, что он наберет вот этот голубой оттенок сильнее. Вот малыши, ну как малыши, сантиметров по 7 малыши. Ну, по сравнению с тем, конечно, они малыши, потому что там розетка, наверное, ну, сантиметров под 15. Здесь розетка сантиметров 7, может быть 8. И здесь этот цвет более четкий, более голубой, голубоватенький. Эхиверия лау я не могу отнести к голубым, потому что, на мой взгляд, она больше белая. Под лампами она у меня бывает всегда розовая. Прям вот на свет, если смотришь, ну розовая такая, знаете, какого оттенка-то. Фотографию, если найду, вставлю. Когда-то я зимой ее фотографировала в прошлом году. Ну, прям розовая-розовая. И не скажешь даже, что лау. Вот. А так, конечно, она белая. Ну, этот белый опять, он не белый. Это русский язык. Он розоватенький. Слегка. В каких-то случаях синеватенький, голубоватенький. Но не чисто белый, естественно. Но к голубым я лау отнести не могу. Камера, друзья, снимает не очень, передает оттенки. Вот глазами я смотрю, вот эти лау, они, ну, серединки у них голубовато-розовые. А вот через камеру я смотрю на них, уже вот в телефон, они даже какого-то кремовато-розового цвета. Вот какие-то такие. Ну, эхиверия Криспата Бьюти. Да, ее можно отнести к голубым, хотя все равно у нее... Кончики листиков, вот эти рюшечки, они розовеют со временем, но все равно преобладание голубого оттенка здесь большое. Вот что неизменно всегда остается голубым, так это вот пахиверия экзотика. Кончики у нее, конечно, краснеют, но это опять при очень стрессовых условиях. Вот она сейчас пересажена, и она может очень долгое время держать этот цвет. Если розетку не тревожить, если не сдирать с нее налет, то она вот такой долгое время будет оставаться. А если ее поставить летом, прожарить на солнце, на открытом воздухе, там, ну, в теплице. В теплице опять не получается так, друзья, потому что теплица прикрыта у меня, она у меня притенена. И летом была, вот 2 раза я ее притенку вешала. Летом, наверное, месяц притенка висела, потом я ее сняла, вернее, не я сняла, ураган ее снял. И потом, после урагана, наверное, через 2 недели я опять ее повесила, недели на 2. То есть все равно им затенение и вот этого цвета, который должен быть, невозможно от них добиться. А вот когда они у меня стояли на уличных полках в квартире, у меня есть фотография, там она реально какого-то небесно-голубого цвета, ну такой насыщенный цвет, что просто засмотришься. Она реально как игрушка была. Так, вот еще малышка. Кстати, вот этой малышке, это уже опять к той теме возвращаюсь, которую уже дербаню, наверное, 3-й месяц подряд, про грунт. Вот в том грунте она у меня вообще не росла, эта эхиверия. Вот этой малышке, так, навскидку, года 3. Честное слово, друзья. Это сейчас она еще подраздалась. А когда я ее сажала сюда, то есть она стала на одном месте в том грунте и стояла. Ну, и она стояла, там была кому-то подсажена, и она не развивалась. Думаю, ну, не помирает, и ладно. Как бы вид есть, и ладно. Но на самом деле это очень красивая розетка, красивая эхиверия, вообще изящная эхиверия. Это эхиверия блухерон, голубая цапля. Кстати, вот блухерон, голубая цапля, варигатная. Варигатность у нее такая, как у пинкверы. Варигатность появляется не сразу, а с увеличением роста листьев и с увеличением количества света. Вот внутри эта розетка, ой, ну на камеру она вообще какая-то желтая. Не знаю, может быть, по-другому будет, когда я это все отключу. В общем, у нее сначала лезут обычные голубые листья. С моментом роста листа появляется вот эта варигатность. Видите, она вот на свет смотришь, она прям ярко выраженная. Вот эти желтоватые по краям листики и центр голубой. Это на ярком солнце, и вообще и под лампами она такая же. Но розетка очень интересная и очень красивая. И форма листьев, вот я ее сейчас пересадила, и форма листьев начала мутировать, начала разрываться. Видите, вот этот вот листик, вот, не знаю, увидите, нет? Видите, прям рваненький полез. Классный. Так, ну это, в общем... Варигатная форма блухерон, она, конечно, сильно отличается по внешнему виду от ее обычного предшественника, от ее родовой розетки. Вот это блухерон. Ну, вот это блухерон вообще очень красивая розетка. Надеюсь, что она у меня вырастет когда-нибудь, наконец-то. И я смогу вам ее показать. Ну, у кого она есть, все знают, как она выглядит, какая она симпатичная. Так, кого еще можно отнести к голубым? Ну, голубым, в принципе, можно отнести эхиверию Марбл. Да, у нее такой голубовато-сероватый оттенок, но не чисто голубой. И вот эти шипы, вот эти наросты, это же варигатное растение. Варигатное и мутированное растение, это гибрид лилацины. И у нее вот эти наросты, они со временем розовеют. Поэтому к шибко голубым ее тоже отнести нельзя. Так, когда растения растут, когда суккуленты растут, после пересадки, либо после изначальной посадки, ну вот, допустим, вы получили растение по почте, вы посадили его, оно начинает расти, оно, естественно, не яркое. Даже если вы получаете яркое растение, оно принимается, и цвет этот уходит, и вы печалитесь, о боже мой, да что ж, куда, что ж с ней сделать-то? Новички вообще думают, что нас обманули, там какую-то краску налили. Правда, друзья, были такие случаи, ну, я вам уже рассказывала, но кто не слышал. Мне женщина даже писала, когда я возила растения из Кореи, ну, года 2, может быть, 3 назад. Массово я их возила очень часто. И вот женщина мне писала: Ирина, привезите мне и скорее, пожалуйста, фиолетовую и какую-то еще, в общем, две краски. В общем, 3 вида красок она мне заказывала. Я говорю, а какую краску-то, я не пойму. Она, ну какие суккуленты красят в Корее? То есть человек выращивал суккуленты, начал выращивать, и она не понимала, что вот этот окрас суккулентов, это их специфика. То есть они окрашиваются сами под воздействием каких-то температурных условий, условий смены грунта, условий полива, влияние стресса на суккуленты. Вот все это в совокупности меняет внешний облик суккулентов до неузнаваемости. Поэтому мне реально было смешно тогда. Ну, я и объяснила, что никакие краски корейцы не продают, что суккуленты окрашиваются сами. Не знаю, поверила она или нет. Ну, одним словом, краску я и никакую не привезла. Так. Ушла. В общем, да, когда они принимаются, они теряют свой внешний вид, теряют облик. И очень часто они становятся одноликими, однообразными. Ну, примерно как вот сейчас они посажены, они растут, жируют. Вот если, знаете, вот невооруженным сейчас вот эту эхиверию выну, чтобы она не заслоняла свет. Вот 2 растения перед нами. Вот первое растение, вот это, сейчас поставлю, не могу резкость поймать. Так, вот это эхиверия, это не поверите, это эхиверия пинки. Ой, сейчас, все смешалось в доме Облонских. Pretty and Pink. А это эхиверия, сейчас скажу. Ой, боже. Блуд верблер, друзья. Вот как бы смотреть на них, если вот вооруженным и невооруженным глазом, знаете, человек несведущий скажет, да одно и то же абсолютно. Это, да, похоже, что они сейчас одинаковые, но дело в том, что это абсолютно 2 разных вида, и абсолютно они будут выглядеть по-разному, когда у них убеднится грунт, когда они сейчас придут в себя, когда у них закончится вот этот активный рост, они почувствовали, что у них классная почва, у них много питания, и они поперли, они стали зеленые, листья эти начали расти, опережая друг друга, и поэтому они все сейчас становятся однообразными и похожими друг на друга. И вот то же самое происходит тогда, когда вы получаете тоже суккуленты, и они начинают расти и становятся все похожи друг на друга. И тут эйфория эта проходит, она исчезает, потому что действительно какие-то купил одинаковые, нафиг они мне нужны одинаковые, это похоже. Но когда там спустя какое-то время начинают происходить изменения в розетках, то эйфория эта постепенно возвращается. Вообще, друзья, многие эхиверии с налетом и практически все гибриды лау, их можно отнести к голубым. Но опять, если вы их... Самолет летит. Аж забыла, про что говорила. Если вы их будете содержать в экстремальных условиях, в жестких условиях, там посадите в серамис, в лечузу, грунт у них будет бедный, то у них будет появляться вот такие красноватинки на листиках, и чисто голубыми они никогда у вас не будут. Вот. Но это мое наблюдение. Это, кстати, эхиверия трумсо. Трумсо должна быть с красной серединой, но середины пока у этой трумсо нет. То есть она не красная, она сейчас, ну, похожа даже, я бы сказала, на Монро оранж. Монро оранж тоже гибрид лау. Так, это эхиверия, вот если смотреть на них, на 2, то же самое человек, который недавно занимается суккулентами, он может сказать, что это абсолютно одинаковое растение. Даже можно их как-то поставить рядышком, что ли. Нет, тут горшок маленький. Сейчас. О, влепила. Короче, слева трумсо, справа эхиверия айвари. Ну, прям как близнецы-братья. Один в один. На самом деле они разные и должны выглядеть по-разному. Вот сейчас пересадила, не знаю, что, как они себя покажут. Надеюсь, что они изменятся. Айвари вообще, она уходит более в белый цвет. Айвари, она более беловатая. Вот такая, как примерно лау. Вот такого она должна быть цвета. Должна быть, ключевое слово. Но какая она есть, вот сейчас она у меня в моих беднючих условиях, какие у них были. Вот пока такая. И пока они еще не раскачались. Внутри, в серединках, я смотрю, тоже листики с красниночкой, с вот этой лезут. Пока они практически одинаковые. Так, кто у нас еще здесь синий-голубой, блу? Ну, канты. Afterglow нет. Afterglow я бы отнесла больше к сиреневым. Кстати, в иностранных языках слова сиреневый тоже нет. Мы с вами представляем, что такое сиреневый оттенок. Там такого нет. Там сиреневый взрыв мозга. Так что Afterglow, ну, смотря под каким углом, друзья. Afterglow под одним углом смотришь голубая, под другим она смотришь лиловая, под третьим углом смотришь она розовая. Кстати, очень похож ее цвет, ее оттенок с вот этой хиверией, но ее я тоже не могу отнести к голубой, потому что у нее большое количество бородавок, и бородавки эти с более старым возрастом, они краснеют, розовеют, и общий вид, конечно же, смешанный, она не голубая. Что действительно очень хорошо держит голубую форму и всегда остается прям такой ядрено-голубой, это эхиверия, это Седум сувиаленс, друзья. Вот он в центре кадра, Седум сувиаленс. Это самый любимый мой седум, самый шикарный, вообще шикардосное растение. Есть, кстати, в продаже. Вот этому моему седуму, не знаю сколько, лет 5, наверное, он у меня живет. То же самое, сидел в одном грунте, ни разу причем не цвел, абсолютно ни разу. Цветет он, ну, как бы я заметила, я же часто имею с ними дело, привозила их часто. Цветет он в жирном грунте. Вот по моим наблюдениям. Мой же рос в беднючем, был красивым колобком, есть фотографии. Вот сейчас он развернулся, потому что он вот напитался, почувствовал волю. В больше горшок я его посадила, вот сейчас он раскинулся. Был он прям таким колобочком-колобочком, как в той сказке, куда ты, колобок, катишься. Вот именно такой он был, сжатый, прижатый. Так, вот они. Вот у этих голубой оттенок, он более четко выражен. Потому что эти мало стрессовали, эти изначально растут в жирном торфяном субстрате. Но не в жирном, а в влагоемком. Вот видите? И даже выглядят они совершенно по-другому. Сейчас взяла, подставлю. Вот смотрите. Разница есть? Есть, конечно же, разница. Как бы растение не раздавить. Есть. Это более раскинутые листья, эти более собранные. Ну, а вид внешний, какой розетки лучше, какой хуже, даже нельзя сказать. И та хорошая, и эта хорошая. Кому какая больше нравится. Но это самый шикарный, я считаю, седум. Самый шикарный. Потому что он похож на крутую эхиверию. Эхиверия крем-ти. Опять зависит все от грунта. Вот в влагоемком субстрате крем-ти она голубая, красивая, голубая розетка, обалденная. О, красавица. А вот в бедном грунте сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот так она выглядит в бедном грунте. Ну, опять она против света снимается. Сейчас я вам ее покажу. Наверное, вот так. Сейчас, друзья. Так, резкость мне. Третью руку срочно. Давай. Ну, хоть носом делай. Давай же. Вот. Смотрите. Это она сейчас еще... хорошо поливалась два последних раза, и она подраскопустилась, и оттенок ушел. А так она была прям розовая, действительно крем-ти, то есть такая пудровая она была. ставлю на паузу, неудобно. Вот еще вот эти 4 розетки, нет, 3 розетки, 3 розетки Эхиверия Бринкс Блу. И вот там где-то у меня еще одна такая есть. Сейчас найду. Вот Бринкс Блу. Вот они голубые. Это сейчас листики просто потрепались, поэтому кончики розоватые. На самом деле, когда она растет и никто ее не трогает, вот эта розетка тоже очень хорошо держит, это тоже гибрид лау, тоже очень хорошо держит вот этот свой голубой цвет за счет плотного налета, мощного. Так, что-то я вам еще хотела рассказать про эти проблу. Есть, друзья, растения, которые названы, просто названы от балды. Вот это эхиверия Блуберри. Ну, может быть, создателю этой розетки это растение и напоминало какие-то синие ягоды. Ну да, знаете, сходство есть с цветом черники. Вот чернеющая середина. У черники тоже вот такой налет. Я бы, конечно, назвала бы ее какая-нибудь черничка, там еще чего-нибудь. Ну, какое-нибудь название придумала подобное. Но это опять наш язык. А это язык не наш, и поэтому нам приходится довольствоваться тем, что есть. Но есть такие простецкие названия, которые... Вот я считаю, что, допустим... Ну, к примеру, мексиканский гигант, да, мексикан гиант. Вот сразу понятно, что это гигант из Мексики, что растение гигантское, действительно, оно вырастает до больших объемов, до больших размеров. Что еще? Ну, просто даже любое взять растение и, ну, к примеру, канкан. Ну, канкан тоже можно понять это название, потому что вот эти листья как в танце развиваются, и в одну сторону, в другую эти волны идут. То есть тоже как бы сходное название, но есть и много-много таких подобных названий, которые себя оправдывают, которым ты находишь оправдание. Ну вот элементарное, простое, обычное название Blue Light, то есть легкий голубой, или легкий, вернее, легкий синий. Это, в английском нет понятия голубой, там есть синий. А чтобы уголубить, они добавляют light, blue light, это светло-синий, либо dark blue, темно-синий. Вот это у нас в переводе на русский язык, это эхиверия называется светло-синяя. Ну, маразм же. Ну, я считаю маразм. Не знаю. Вроде как слова иностранные, вроде звучит красиво. Blue light, blue light. Ну, а на самом деле-то ничего там и такого уж особенного и нет в этих названиях. Так. Ну, наверное, все, друзья. Вот это, наверное, все эхиверии, которые более-менее заслуживают понятия голубые. Ну, рапунцель тоже можно отнести к голубой, хотя она, знаете, больше даже какого-то розоватого опять оттенка. Вот, у нее переходящие оттенки. Вот рапунцель удивительное растение тем, что у нее она вроде обычная, ну, листья завиваются красиво, да, но оттенки у нее до такой степени переходящие. Вот она, видите, листик лезет по краям розовый, в центре посветлей. Дальше он разрастается, и одним боком можно посмотреть, даже на свет можно посмотреть и сказать: о, это варигатное растение. То есть даже вот просто структура листа, она настолько разная. Не знаю, я, наверное, не передам вам своей камерой это все. Ну, верьте на слово. Так, я еще хотела вам показать, как выглядят все. Давайте, наверное, вот оттуда я зайду. Чтобы не затенять, я стану вот здесь. И чтобы солнышко... Во, вообще замечательно. Так, в общем, как выглядит голубой цвет в детках. Как выглядит голубой цвет в детках. Ну, вообще, конечно, в жирном грунте они все выглядят голубыми. Вот реально, они сейчас растут, они увеличивают массу. И они все, как я уже сказала, становятся одноликими. Поэтому, ну, зато они жирные, здоровые, с хорошим иммунитетом. А цвет сажаете в бедный грунт, и цвет вам приходит через 2 недели, уже начнет проявляться 100%. Вот, смотрите, это эхиверия, сейчас скажу, как она называется, крем... Нет. Ice cream. Ice cream. Это в жирном грунте, она вот такая голубая. Так, а бедный грунт сейчас я найду. А, вот она. Куда я утопал-то? Они рядом стоят. Вот, смотрите, какая прелесть. Это в бедном грунте. Ну, просто вообще вот съесть хочется эти конфеты. И опять же, они вот сейчас после полива, у них зазеленели серединки. Летом они... Когда я их забывала поливать, когда их просила, ну, миленькие, ну, потерпите, ну, завтра вас полью, ну, послезавтра вас полью. Вот тогда они прям были ядреные-ядреные. Так, что еще? Какие еще здесь растения? Ну, так, здесь у нас, ну, это вот нижний ряд Марбл, я уже рассказывала про нее. Ну, сейчас она, да, какая-то, знаете, ну, не голубая она серовато-розоватая какая-то такая. Когда вот эти бородавки на крупных листьях, уже на взрослых экземплярах появляются, наросты вот эти, они дают какую-то коричневинку розетки, розовинку, и тогда уже точно ее нельзя назвать Блу. А, вот кто еще очень голубой, всегда и везде, это вот эта эхиверия Bluebird. Вот она, видите? Кончики листиков всегда у нее красненькие такие иголочки, а сама она голубая, буквально небесного цвета. Замечательное, красивое растение. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Кого можно отнести к голубым вот из этих? Ага, из этих вот можно отнести, наверное, эхиверию орпед. Орпед тоже всегда голубая, с мощным налетом, но сейчас у нее, понимаете, с ускоренным ростом, у нее и налет не успевает сконцентрироваться, собраться, поэтому налета здесь немного. На самом деле, если эту розетку сажать в убедненный грунт, ну даже 50/50, там можно даже в чистую личузу, вот в чистой личузе вот это растение будет развиваться шикарно, и налет у нее будет очень плотный, и тогда она действительно будет такая голубовато-белая, красивое растение. И тем более у нее форма листа еще очень красивая. Форма листа у нее ложечками загнута внутри. То есть если оторвать листик, налить туда водички, она не выльется. Там выемка на листах есть. Так, к голубым еще можно отнести... Хотел сказать, Барон Болт, уже все, у меня крыша едет. Какой Барон Болт-то? Эхиверия Монро оранж, друзья. Ну, в этих названиях действительно черт ногу сломает, язык заплетается. А вот еще одна Bluebird, смотрите, тоже вот голубая она. И причем, чем старше розетка, тем вот этот голубой налет, он становится плотней, и она приобретает еще более голубоватый оттенок. Ну вот, наверное, лилацины, вот обычные лилацины, вот они тоже в детском возрасте, они все голубоватые, а потом они становятся розовые, поэтому она и названа лилацина, ну, наверное, от слова лиловый, что-то такое. Ну и, наверное, все, остальные даже вот как бы растут, оттенок свой родовой теряют, но назвать их голубыми вот даже в процессе роста сейчас нельзя. Так, головой кручу по разным сторонам. Может, кого еще уцеплю взором, чтобы про него рассказать? Ну, наверное, пока, наверное, никого не уцеплю, потому что действительно больше нет. Ну вот, как вы видите, друзья, не очень много эхиверий, которых можно отнести, ну, по крайней мере, у меня в коллекции. А коллекция у меня, на минуточку, не знаю, видов, может быть, 600, не знаю, где-то так. Не считала, хотела посчитать. Вот я знаю, девочки ведут вообще каталог. Ой, какой сорнячище большой. Ведут каталог, и каждое растение нумеруют. Допустим, там эхиверия полидонис номер 1, там эхиверия хрома номер 2. И вот так вот нумеруют все свои эхиверии. То есть даже они, когда листики отрывают от них, они подписывают там 2, 1. И на горшках написано 2, 1. А в доме, там в комнате есть тетрадка, в которой все виды эти описаны. Ну, я вот этим не занимаюсь, хотя, конечно, удобно, своего рода это удобство. Ну, я таким не занимаюсь. В общем, я постою, мозги понапрягаю. Ага, вспомнила. Не вспомнила, полезла. У меня есть свой каталог. Не все там, правда, растения. но я фотографирую свои растения, и когда время бывает, там сижу в какой-нибудь очереди, там, допустим, там в МФЦ пришла, там жду своей очереди. Вот, открываю телефон, и пока моя очередь подходит, там успеваю 5-6 видов обозначить и кинуть их в папку. У меня все папки разграничены. Эхиверии, красулы, адромискусы, что там, кактусы, хавортии. В общем, все у меня по видам. Но там опять не все мои растения. Есть и не мои растения. Просто как шпаргалку кидаю для того, чтобы не забыть, потому что вот оно у меня есть, но фотографии своей у меня нет. И эта фотография из интернета вроде более-менее похожа на мою, и вот по такому сходству я их обозначаю. Ну, каждый с ума сходит по-своему, друзья. Так, ушла я оттуда. Наверное, буду заканчивать видео, потому что я действительно уже не знаю, о чем говорить. Вроде как показала всех вот этих голубых, которые у меня значатся как голубые, вернее, которые более-менее похожи на голубые. Девочки, мальчики, если у вас есть прям такие ядрено-голубые растения, вообще, какие бы вы растения отнесли, свои суккуленты отнесли бы к голубому цвету, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пусть все посмотрят, все, кто, потому что кто просматривает ролики, обязательно читает комментарии. Отвечает там, не отвечает, но читает по-любому. Ну, я сама читаю всегда комментарии под роликами, под фильмами, под какими-то документальными. Порой очень интересно, что пишут люди. И порой от комментариев узнаешь больше, чем из самого ролика. Вот правда. Поэтому пишите, какие есть у вас виды, чтобы все, кто хочет себе приобрести голубые растения, все почитали и начали искать себе именно эти виды. Ну, можно просто, вы написали, там, допустим, эхиверия блухерон, ну, я про нее рассказывала, но я, к примеру, говорю, что на ум сразу пришло, и можно вбить в интернет и посмотреть, как выглядит эхиверия блухерон. Вот. И эта информация будет полезна всем. Не только мне, потому что я тоже, у меня, как вы видите, не очень много голубых растений. А голубые растения красивые. Они действительно выделяются из общей массы. Вот так вот посмотреть. Ну, зелененькие вроде как. Я зеленый люблю цвет, но зеленый он зеленый. Даже вот варигатные зеленые, они все равно, они ярким пятнышком выделяются, да. Но он вроде как обычный. А вот голубой цвет, цвет неба, он смотрится как статуэтка, как неживое растение. Белый, голубой, вот лау, мексикан гиант. Вот скажи, что это растение. Это мы просто с вами занимаемся суккулентами. Когда я начала заниматься суккулентами, я просматривала фотографии, я просто не верила. В интернете фотографии просматривала, просто листала там суккуленты, вбивала суккуленты и поперла. Там длинная-длинная эта портянка фотографий. И листаешь, можно листать, наверное, дня 3. И все равно не долистаешь. И вот на каких-то останавливался взгляд, и просто замирало сердце. Боже, ну неужели это оно такое может быть? Это как? Это что? Оно живое? Оно правда живое? Ну, когда уже занимаешься ими долго, уже веришь, что оно живое, уже знаешь, что оно живое, все равно восхищаешься, и все равно внешний вид поражает. Поэтому нам и хочется чего-то новенького, необычного. И по прошествии вот многих лет моего занятия суккулентами, все равно мне так же, как и вам, хочется новиночек. А со старенькими, друзья, распрощаться не могу. Вот, казалось бы, так, ну эти побыли 2 годочка, посмотрела на них, ага, давай-ка мы их продадим, а на их место, чтобы полки-то новые не покупать и лампы не покупать, на их место мы купим другие. А нифига, друзья, вот борьба с этим хомяком, это просто, я не знаю, у нас, наверное, мы на кулачки с этим хомяком деремся, вот честное слово, от кого избавиться. Ну, пока побеждаю я. Хомяк мой пищит в сторонке тихо. Вот так. Потому что, ну, невозможно. Они все разные. Они все невероятно красивые. Все. Особенно, когда, ну, сейчас я говорю, они у меня одноликие, и то я их люблю, и то они все равно хорошенькие, жирненькие. Пусть потеряли цвет, но они все равно мордастенькие, пухленькие. Я их обожаю. А когда они нереального цвета становятся, когда у них вот стрессовая такая ситуация, Убедняется грунт, холода, переход с холода под лампы, вот тоже оттенок меняется. Когда долго уже находится под лампами, там два месяца они находятся под лампами после улицы, у них меняется оттенок с уличного на комнатный, но все равно он необычный и какой-то невероятный. Вот, поэтому, друзья, поэтому у нас много и суккулентов, что они все разные и все они завораживают. Ну, всем спасибо за просмотр, всем жирных, здоровых растений, всем погожей осени, пусть тепло постоит подольше, а потом весна придет пораньше. А пусть будет у всех над головой мирное небо, оно там так нужно, всем нужно, без исключения. Мира вашим семьям. Пока-пока.